Жителі прикордонного півдня Одеської області б'ють на сполох через жахливий стан місцевих доріг. Зокрема, села Тарутинської ОТГ, яка з недавніх пір є частиною Болградського району, практично відрізані одне від одного. На три населених пункти – Ярове, Лужанку і Рівне – одна опорна школа. Нещодавно автобус, який перевозив дітей на заняття, вилетів у кювет. Дивом не сталося трагедії. Проїжджа частина являє собою суцільні діри в старому асфальті. Будь-які опади практично блокують рух по дорозі. У калюжах зупиняються швидка допомога і інша спецтехніка. В початку декабря ко мені підійшли жителі села Лужанка, звернулися з такою просьбою, тому що в початку декабря произошел такой вопиющий случай. Все мы знаем, что ежедневно учеников, детей в Лужанке возят в Ровнянскую НВК. Ну и из-за отсутствия дорог автобус с детьми съехал в кювет. И была бы большая беда, если бы не опытность, если бы не профессионализм и опытность водителя. Щоб звернути увагу на проблему, керівництво громади і Рівненської школи запросили на екскурсію розбитими шляхами Тарутинщини представників служби місцевих автодоріг Одеської області. Провідний інженер служби пообіцяв подумати над виправленням ситуації, але попередив – потрібні великі гроші, а їх у структурі немає. Это все финансирование. Если вы хотите капитально, надежно, это надо деньги очень большие. Если просто проездным, можно попытаться кусками как-то сделать. Ну хотя бы проездным. Но здесь, знаешь, уже проездным, это надо все снимать, заводить туда ЧПС. Посмотрим, что есть. Вы же понимаете, мы же обратились, когда у нас остались деньги в основном только на зимнее содержание. Поэтому и спрашиваем. Нету даже. Поэтому мы и спрашиваем вас. Я вам точно не могу сказать. Ну мы сейчас определимся по километражу состояния, покажу директору. То есть будем изыскивать средства, конечно, сделать. Ну, важно, конечно, сделать субвенцию из ОТГ и из районного бюджета. Да? И хочется просто делать, чтобы оно первым дождем смылось.